Сотрудники полиции учат подростков делать селфи. Необходимость побеседовать с молодежью о безопасности возникла из-за частых случаев травм и летальных исходов во время фотографирования. Так, накануне в Москве погибла выпускница, упав с моста. Не выдержала опора. Ранее 20-летняя москвичка выстрелила себе в голову, пытаясь сделать селфи с травматическим пистолетом. А в Петербурге подросток погиб после селфи на крыше дома. Стремясь сделать селфи на высотных зданиях, высокоскоростной магистрали, на ненадежных конструкциях и других опасных местах, молодые люди в меньшей степени задумываются о своей безопасности. Наше общее мнение – ваше здоровье и ваша жизнь не стоят даже миллионов лайков в соцсетях.